Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Старинная пословица вполне может послужить слоганом для этой подборки мелодрам, несмотря на их разные сюжетные линии. Ведь случается, что человек разочаровывается в близком, теряет веру в любовь и не подозревает, настоящее в его жизни только начинается. 5 фильмов на 5 вечеров для ценителей жанра. Отличный способ отдохнуть, испытать свежие эмоции и поразмыслить о жизни. Выбирайте. «Горизонты любви», 2018. Сюжет. Варе Андреевой с лихвой хватило первой попытки устроить свое семейное счастье. Измена мужа, его заключение в тюрьму и претензии к жене, другие проблемы. Хорошо, что родители оказались рядом и помогли дочери пройти эту черную полосу. Искать новую любовь после пережитого у Вари желания не было. Но вдруг появился Илья Олегович, учитель английского языка. Актеры. Марина Денисова, Даниил Белых, Дмитрий Саранского, Любомира Слоуцавичус, Наталья Батрак, Тимофей Криницкий, Юлия Амелькина. Количество эпизодов – 4. «Любовь на 4 колесах», 2013. Сюжет. Липа, диспетчер таксопарка, 4 колеса. Она очень любит своего мужа, менеджера Костю. Выглаженная рубашка, деньги на мелкие расходы, подарки, безусловное доверие. Все это Костя воспринимает как должное и считает себя свободным от обязательств перед женой. Призрачное счастье Липы заканчивается, когда она узнает, что супруг ей не верен, а его пассия ждет ребенка. Второе обстоятельство особенно огорчило женщину, поскольку за время совместной жизни с Костей у них так и не родился малыш. Актеры. Евгения Лоза, Виктор Логинов, Кирилл Жандаров, Светлана Колпакова, Алексей Медведев, Вероника Сафонова, Иван Шмаков, Ирина Пономарева, Яна Кошкина. Количество эпизодов – 2. Выбор – 2017. Сюжет. Юные Люда и Дима собираются пожениться. Но тут неожиданно у девушки появляется состоятельный и слишком настойчивый поклонник Артем Свиридов. Не собираясь конкурировать с Димой, он берет девушку силой, а соперника убивает в драке. После этого Свиридов попадает в тюрьму, но Люду забывать не собирается. Актеры. Анна Ливанова, Святослав Астрамович, Дмитрий Пчела, Александр Ефремов, Максим Кречетов, Любовь Германова. Количество эпизодов – 4. «Чего хотят мужчины», 2013. Сюжет. Ася и Алексей живут в небольшом городке, любят друг друга и готовятся к свадьбе. Чтобы собрать денег на красивое торжество, парень уезжает в Москву на заработки. Правда, через месяц его планы меняются. Актеры. Полина Сыркина, Станислав Бондаренко, Павел Южаков-Харланчук, Елена Дубровская, Светлана Никифорова, Сергей Баталов. Количество эпизодов – 2. «Осколки счастья», 2015. Сюжет. Дмитрий и Вика Кораблевы, их 3 детишек, счастливое семейство, несмотря на огромное количество забот. Дмитрий обожает красавицу жену и доверяет ей как себе. Однажды в семейный праздник Вика не пришла вовремя домой. Позже сообщили, что женщину сбила машина. Это событие оказалось не единственным потрясением для Кораблева. В телефоне жены он нашел ее последнее СМС, которое предназначалось не ему. Актеры. Юрий Батурин, Юлия Жигалина, Екатерина Решетникова, Наталья Ткаченко, Виталий Такс, Вячеслав Павлов, Кристина Кузьмина, Максим Брызгалин. Количество эпизодов – 1 и 2 сезоны, 8. Друзья, эти замечательные истории вы можете посмотреть на киноканале «Русский роман». Обратите внимание на программу, есть дневные повторы фильмов. Читайте и другие статьи о кино. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, вместе обсудим все самое интересное. Кинофильм.